Всем привет! На днях получила две посылки. Сейчас выкладываю распаковку. Первая посылка от группы Орхамир. Хозяйка группы Ирина. В Орхамире я заказала 5 орхидей, но так получилось, что ко мне пришла только одна. В заказе еще были бабочки и мандалы, которые не подтвердил садовник. И метеор, который пришел в размере 1,7, а заказан был в 2,5. Ирина вернула за него мне деньги, поэтому в посылке одна орхидея охот. Следующая посылка от Надежды. У нее мы заказывали совместно с Леной несколько орхидей от садовника Сонья. У Надежды они оставались с прошлогоднего привоза. Лена заказала бабочку Rainbow. У меня тоже есть такая. Я ее получила в прошлом году в другой группе. Она у меня уже процвела по сорту бабочкой с мутацией. Вот это моя орхидейка, красный дракон. Еще я заказала две орхидеи My Dear Prince в мутации Trilips. Мутация бабочка у меня уже есть. Уже цветет по сорту с мутацией. Получала я ее тоже в прошлом году от Надежды. Настолько мне понравился этот сорт. Цветок очень крупный. Поэтому мне захотелось иметь в своей коллекции другие мутации. И пока я ждала эти орхидеи, у меня зацвела Виктория Лейс. Тоже трилипсом. И цветочек, я думаю, будет похож у Майдер Принца и у Виктории Лейс, потому что бабочки похожи. Хотя они разные, но они все-таки похожи. Ну, как зацветут, я их покажу. А цветущий My Dear Prince бабочкой и Викторию Трилипс покажу в следующих видео.